В этом видео вы узнаете, как скорректировать выкройку трусов в женские боксеры, если ваши параметры отличаются от размерной сетки. Например, ваш обхват бедер 92 см соответствует размеру 42, обхват талии 60 см соответствует размеру 40. Для коррекции выкройки именно данной модели рекомендую выбирать выкройку по обхвату бедер, для того чтобы уменьшать или увеличивать выкройку для параметра талии. В данном случае выбираем выкройку в размере 42. Для коррекции нам понадобится задняя часть со сгибом и передняя часть. Для коррекции выкройки по параметру талии мы будем редактировать линию верхнего среза. Мы будем уменьшать ее как и на передней части, так и на задней части со сгибом со стороны боковых срезов. Уменьшать будем на нужное нам значение. А именно, так как мы знаем, что у нас обхваты талии от размера к размеру отличаются на 4 см, мы должны эти 4 см умножить на коэффициент растяжимости материала, который мы использовали в этой выкройке. Это 0,87. Умножаем нашу разницу в размерах на заложенный коэффициент растяжимости данной выкройки. Получаем данное значение. Мы должны разделить это значение на 4 части, потому что мы используем две передних части, правая и левая, и также у данной стороны задней части тоже будет правая и левая сторона. 4 места, где мы должны убрать именно это значение, и тогда уменьшение произойдет равнозначно. Откладываем 0,87. Далее от этой метки мы чертим линию, которая плавно переходит в прежнюю линию к области бедер, где у нас все хорошо подходит по размеру. Далее мы восстанавливаем припуск шириной 1 см от нашей новой линии. Например, наша талия еще меньше на 4 см, чем данное значение. Тогда бы мы еще отложили 0,87 на передней части и на задней части со сгибом. Это же правило работает и на увеличение, только в данном случае вам придется корректировать линию не по линии выкройки, а выходить за ее пределы при крое. Срезаем лишнее. Коррекция выкройки по отличающимся параметрам фигуры готова. При смещении боковой линии у нас немного нарушаются пропорции деталей вставки. Вы можете также добавить какую-то величину к этой линии и убавить ее уже на детали вставки, тем самым вы сместите данную линию и сохраните нужные вам пропорции. Шить по готовым выкройкам просто, даже если какой-то из ваших параметров фигуры немного отличается от размерной сетки. Ссылку на полный видео мастер-класс и выкройку данной модели трусов женские боксеры можно найти под видео. Желаю вам приятного пошива!